Да.
вещи есть? Куда нет? Где искать? Где-то снизу или где-то сверху? Как найти? Мне нужна твоя помощь, Сюнин. Место еще, блядь. Thank you.
Блять, да слезь ты, сука. Сука. Кажется, вот как и здесь можно будет. Еще делать, блядь, жечь нахуй. Ни входа не сделали, ни выхода, блядь. Сука, это ж пиздец. Thank you.
Нахуя тут сено? Вроде бы вот тут должно быть какой-то проход, а его нет. Здесь, короче, кинули, блядь, на сокровище, сука. Ладно.
Не стоит привлекать внимание. Давай, 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 иди сюда. Там стряслось. Не спать. Что-то стряслось? Стряслось, стряслось. Кстати говоря, что там за это время набегло. Это, кстати, уже другая территория. Прилично, кстати, надо быстренько это пойти пошарить. Много добра, один не унесу. К бою! Сюда, на помощь! Идем, мы тут задержались. Собираем барахло.
штука. Здравствуй, Эйвор. Азар, раз мы теперь друзья... А, дай угадаю. Хочешь знать, что с моим глазом? Норвежцы такое считают знаком доблести. А я нет. Ты знаешь про Константинуса. Ему мало было простого предательства. Меня избили и бросили умирать. Всех моих родных убили, а мне удалось выжить. Но глаза меня лишили. Прости, я не хотел напоминать тебе о той боли. Друзьям лучше про такое знать. Торговля — упоительный танец. Так, Египет. Блять, это же еще и читать можно всю эту херню. Текста быстро уходит. Сколько же там египетского осталось? Хапеш. Двуручный меч. Во, бухло. Это по-нашему. Русский доспех. Текстов нету. Русские наручи. Пять текстов не хватает. Книг, короче, надо. Давай, сделаем. Все, бухло кончилось. Зашибись. Бухло кончилось. О, что это? Русский щит, ничего себе. Ну и все. Вот и все. Увидимся. Так, пока это все прокачится, у нас увеличились, наверное, сколько там? 300. Кстати, там какие-то артефакты были. Мне бы прикольно сделали. Так, вот они. Артефакт. Их еще две штуки надо.
и будет открыт тот сундук. Так, где мы там остались? Здесь осетр 5 штук. Крупные, блядь, где его взять? Продавали бы хоть. Кстати, они же улучшены там что-то. Эти два у нас улучшены с тканью. Этот со складом. Пока хрен с ним. Короче, катим сюда. И на верхнюю территорию уже до конца ее разгребать. Видать, вот то место, в которое попасть не мог, наверное, по квесту какому-то будет. Мне так кажется. Раз входа не видно, то хрен его знает, я так херово смотрю. Кстати, вот чувствуется по сравнению с тем, как вышла игра, и сейчас оптимизация очень хорошая. Намного лучше стало. Текстурки я, конечно, послабее поставил. Еще я сижу, разглядываю травинки эти, что ли. Ну, а персонаж на средних кубиках стоит. Прорисовка. Здесь лучше не шуметь. Давай, давай, иди сюда. Хорошо. Никого не вижу. Что? В чем дело? Что такое?
Тор дал мне сил. Царапана записка: берегитесь, в этих местах бродит ужасный черный вепрь, полный ярости, что заставляет его рыскать по округе, взрывая землю клыками. Укротить его невозможно, даже мне не удалось. Теперь в боку у меня зияет смертельная рана. Быть может, я смогу добраться до дома, чтобы перед смертью увидеть сына, быть может, нет. Но пусть никого больше не постигнет та же участь. Прислушайтесь к словам моим, бегите из этих мест. Если же останетесь, то да поможет вам Бог. Добычи много. Если дружина поможет, дотащим до... Вперед! Ну же, помоги мне! Можем довести до корабля! Конечно. Все, возвращаемся на корабль! Загасим. Трое отродья. Thank you.
отлично. Вот загасили вепря. Пора идти на птичку, мне кажется. Их тут, кстати, две. На эту, потом сразу на ту и посмотреть, что там за пол. Зараза. Thank you.
поселков. Крупный путь. Ну! Вот подгрузился, так подгрузился. Я! Монастырь — милое дело пограбить. Артефактов тут прилично. И пост, кстати, еще есть. Все-таки пойти ту птичку открыть. И в ту сторону слева направо пойти. И это при том, что еще сюжет не начат. Что еще за сюжет там, интересно.
Нужно быть осторожнее. Вот тебе и судьба. Часик прошел.